Всем привет! С вами Барби. У нас сегодня, если есть такой вариант ладошковое рисование, то у нас сегодня стопочное рисование. Для рисования мы сегодня будем использовать стопы наших мальчишек, да? И главные пацаны. И главные пацаны – это пингвины. Мы будем делать отпечатки пингвинов, да? Да. Что будет нам для этого понадобиться? Каких цветов? Черного, белого. Молодцы. Сейчас будем открывать наши баночки и намазывать ножки. Вот у Наума тоже такой принт, пингвинчик. А мы сейчас будем начинать с Левы, да, Лева? Вот Левин. Черную краску, да. Домой. Берем. Давай мне стопу. Давай стопа. Так, намазываем. Грязью. Но это не грязь. Похоже. Похоже. Какие ощущения, Лева? Смешные? Да. Смешные. В серединке мы оставляем. Не поднимай ножку. И здесь из этих красок можно забрать. Так. Так. Сейчас мы Леве дадим лист бумаги, чтобы он наступил. А здесь же беленькое брюшко, помнишь? Брюшко. Вот. Хорошо. Напечатали, напачкали красивую Левину стопочку, да? Теперь мы Леву попросим. Не повезло. Теперь мы Леву попросим отпечаточек сделать на чем? На листике бумаги. Сейчас мы ровненько, не двигая. Так. Тихо. Так, подожди, я придержу. Вынимаем. Вот такая получилась стопа. Сейчас дальше в серединке, да, белым цветом. Снег. Давай. Ой. Можно снег. Намазывай. Вот. Так. Вот. Делаем. Клювик сейчас сделаем. Оранжевый, подожди, дам тебе оранжевый. Прилепляем клювик. Повыше надо, наверное, да? Немножко. Да. Так. Все. И сделаем еще ему оранжевые лапки, да? Он будет дырявые пингвины. Что Левушка сейчас делает? Лапочки, да? Так, может, вторую немножечко вот сюда попробуй приклеить? Приклеили, чтобы ножки не вместе стояли, как будто он идет. Молодец. И осталось нам сделать только, что нам не хватает? Ножки есть, аж чего не хватает? Макай и делай. Лева, а пингвин птичка или животное? Или подумай, ну у нее же вот крылышки ты рисуешь. Значит, кто пингвин? Ти? И вторую ручку. Куда будет бежать пингвин? О, монстр. Не монстр. Молодец. Вот такой пингвин. Замечательный, симпатичный. Такой же, как Лева. Красавчик, да? Он без зрачков только. Ничего страшного. Получился у Лева. Такой веселый пингвин. О, друзья пингвины узнали своего братана. Вот так вот из ладошки. Пингвины. Да, пингвины. Держи в ручках свою работу. Держи. Держи. Я буду в садике. В садике обязательно покажу. С вами были мама, Рита, Лёва, Борис, Наум. И Наум, который залез на стол, там сидит уже с пластилином. Да, Наум? Я хочу зайти. И с вами были братаны пингвина. Да, кто был? Рико? И рядовой банан. И вот этот новый наш друг. Рядовой. Красавчик. Он будет